Здравствуйте! На тюменском времени программа «Объективно по Арт-Актив». Уже который год подряд в нашей стране задаются вопросом, есть ли у России национальная идея, нужна ли она вообще? Что нас объединяет и позволяет мирно жить? Об этом мы не только поговорим с гостями программы. Токарчук Николай Анатольевич окончил Тюменский госуниверситет по специальности филолог-журналист. Принял активное участие в становлении и развитии телерадиовещания на Ямале. Избирался депутатом Салехардской городской думы. Депутат Тюменской областной думы, фракция «Единая Россия». Эргемлидзе Георгий Растомович окончил Московский автодорожный институт и Московскую юридическую академию. Предприниматель, член бюро совета регионального отделения партии «Справедливая Россия». Трубин Глеб Александрович окончил Московский госуниверситет по специальности менеджмент организации. Депутат Тюменской областной думы, фракция ЛДПР. Казанцева Тамара Николаевна, депутат Тюменской областной думы, фракция КПРФ. Первый секретарь Тюменского областного комитета КПРФ, член ЦК КПРФ. Окончила Казанский химико-технологический институт по специальности технология переработки пластмасс. Почетный энергетик Российской Федерации. С гостями мы встретимся чуть позже. Теперь наш первый материал к теме. Социологи Левада-центра представили итоги проведенного в ноябре-декабре прошлого года опроса, посвященного проблеме национальной идентификации россиян. На вопрос, что у вас в первую очередь связано с мыслью о вашем народе, каждый опрошенный мог выбрать несколько ответов. В итоге в первую очередь с мыслью о своем народе у россиян ассоциируется общая история и прошлое – 53%, территория – 35%, место рождения – 33%, природа – 25% и государство – 22%. Вот мы посмотрели небольшой опрос, который был проведен в прошлом году Левадой-центр, и хотелось бы вот ваши комментарии по этому поводу услышать. Это закономерный результат, Тамара Николаевна, на ваш взгляд? Ну, если посмотреть, я вот уже посмотрела опрос, результаты опроса. Как бы вы ответили на этот вопрос? Я хотела бы сказать, что для меня на первом месте душевное качество моего народа. Вот я бы это отметила, потому что действительно русский народ, имеется в виду российский народ, русский народ – это те люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Поэтому вот душевное качество моего народа – это, наверное, очень многое значит. Я вспоминаю свое детство в советское время, эти качества были еще более такие вот поднятые, наверное, или высокие. Наш русский, российский народ обладает высокими душевными качествами. И если это так будет, то я думаю, что наша Россия сохранится. Если мы потеряем нашу духовность, то, естественно, и не будет и нашей страны. Вот такое мое мнение. Ага. Георгий Ростович, как бы вы на этот вопрос ответили? Какие бы у вас были приоритеты? Вот смотрите, на первое место с большим отрывом, да, тут 83% или 53. Вышло, да. Что людей объединяет наше прошлое, наша история. Что это означает вообще на практике? Что людей на самом деле ничего не объединяет, кроме прошлого и истории. То есть, ну как, смотрите, наша земля, территория. Нет, это же уже меньшее количество людей об этом думает. То есть в России сформировалось общество, которое, в общем-то, ну, вот эти страты, которые, общественные страты существуют, да, они мало друг другом интересуются там. Начальники живут в своей парадигме, простой народ в своих интересах. Значит, бизнесмены крупные, как Тамара Николаевна сказала, там вообще другой жизнью живут. Мелкие бизнесмены там совсем другой жизнью. И получается, связки-то нет никакой. А ведь люди об этом говорят. Ну, то, что там земля и территория, на которой мы живем, ну, это чисто физические вещи. А народ ведь должны укреплять, ну, якобы скрепы какие-то, да, ценности. Ну где эти ценности? Их здесь просто нет. Природа, земля, территория. То есть я считаю, что для народа ну, такого рода опрос, он такой, ну, тревожность должен породить, что что-то тут неправильно делается. Может быть, должно быть перераспределение от богатых к бедным, помощь там. Почему в какой-то Америке там, например, там... Богатые же сказали, им Трамп хотел налоги снизить, и они сказали, не надо нам налоги снижать, будем платить, как положено, мы и так хорошо живем, мы получили от этого общества много, но у нас хоть один человек так сказал? Не сказал. Ну, говорили наверняка. Вот вам приговор. Наверняка. Это приговор народа существующей моральной ситуации. То есть так, тут и до гражданской войны там недалеко, я бы так сказал.
Николай Анатольевич, ваше мнение по этому вопросу, у вас какие приоритеты? Ну, были бы, если бы вам с таким вопросом обратились? Нет, конкретный вопрос, в первую очередь, вопрос, что у вас в первую очередь связано с мыслью о вашем народе. Угу. Если тут представитель «Справедливой России», я считаю, несправедливо говорит о России, потому что я считаю, это не приговор, это констатация факта. Давайте и наоборот, будем приветствовать решение людей, тем более большинства людей. Я считаю, объективные эти исследования, потому что не зная прошлого, не зная своей истории, не сделать великого и серьезного будущего. И, в принципе, наше прошлое, наша история нам говорит, и одна из объединяющих идей, независимо от партийных взглядов, вот 9 мая, в следующем году праздник Великой Победы будет юбилейный, и в этом плане это же не просто вспомнить прошлое, это отдать честь и выйти с портретами своих дедов, прадедов и показать не только себе, своему духу, своему сердцу и разуму, но и всему миру. Сейчас по всему миру идет бессмертный полк, идея которого принадлежит тюменскому человеку. Вот. В этом плане, я считаю, это одна из весомых и серьезных объединяющих идей в нашем государстве, потому что если мы не будем знать, не будем чтить наше прошлое, нашу историю, легендарных наших предков, прадедов, в этом плане большого и великого будущего России не видать. И в этом, и там в десятке лучших и государств, в котором я живу, на 5-м месте, место, в котором наша территория, где мы живем, в принципе, ответы схожи. А все это объединяет, это единая сила, единая Россия, единое государство. Ясно. Глеб Александрович, ваша точка зрения на то, как бы вы ответили на вот такой опрос? Ну, на мой взгляд, там и в Библии везде написано, любовь должна быть на первом месте. К ближнему своему, к своей семье, к своему государству. Кто-то называет это патриотизмом, кто-то называет это там правильным воспитанием. Поэтому здесь в ответах тоже любовь вот к своему языку, там, к природе. Мне кажется, вот такие ответы должны быть. И как раз вот на каких-то, может быть, даже семейных ценностях, вот, многодетная семья. Почему это не может быть национальной идеей? Мы все говорим там о демографиях, о нацпроектах, но это какие-то слова. Нацпроекты, демография, большинству людей это непонятно, что это, как это. А вот сказать, давайте, действительно, многодетная семья, вот льготы, вот учеба потом этим детям, вот, я не знаю, работа понятная. Вот это бы была национальная идея, которая, я думаю, в каждое сердце русского человека бы пришла, и потом вместе с этим и язык, и культурно, и душа, и все остальное. Но знаете, что меня больше всего смутило в этом опросе? Это 12-я позиция, что у нас в первую очередь связано с мыслью о нашем народе, трудолюбие и умение хозяйствовать, в самом низу оказалось. О чем это Тамара Николаевна говорит? Ну, это говорит о том, что наше общество деградирует. Сегодня наша молодежь не может найти работу. Она постепенно становится лишними людьми, молодые люди становятся. О лишних людях мы еще читали и в прошлом веке, в произведениях того же Тургенева. Поэтому уже постепенно людей отучают от работы. И сегодня наши молодые люди, вот моя внучка, которая 8 лет, она мне говорит, бабушка, а вот как депутатом-то стать? Представляете, сегодня на уме у людей, у мам, у пап там и так далее, у молодых, как найти то место, которое будет теплое, с большой заработной платой. И поэтому, конечно, сегодня труд, а тут, я как понимаю, подразумевается тот труд, который действительно производительный труд, который приносит какие-то плоды этого труда мы имеем, развиваем производство, укрепляем нашу страну, строим самолеты. Вот этот труд, в первую очередь, не депутатская деятельность, наверное, что она не всегда эффективна. Поэтому вот в этом отношении надо задуматься и действительно, может быть, в какой-то степени, вот вы уже как меня даже в какой-то степени на мысль наводите, что труд в какой-то степени надо сделать национальной идеей, чтобы наши люди создать условия для того, чтобы мы могли трудиться, чтобы было где работать, была достойная зарплата, было уважение к людям, как раньше, доски почета, награждения и так далее. Это же социологи вопросы задают. Я как социолог могу профессионально оценить и сказать, вопрос
что у вас связано с мыслью о вашем народе. А если вы сказали, а вот русский человек, он какой? И какие-то тоже там варианты ответы. И поверьте мне, трудолюбивый, я думаю, было бы где-то в топе. Потому что в Сибири невозможно быть нетрудолюбивым, потому что холод, зима и другие климатические условия. В других регионах, если ты нетрудолюбивый, тоже исторически ты не прокормишь просто себя и свою семью. На заводах, если ты нетрудолюбивый, то тоже тебе и в коллективе нет уважения и почета. И в каждой сфере ты должен быть трудолюбивым, профессиональным и полностью отдающий себя той деятельности, которую ты делаешь. Поэтому я вот считаю наших людей трудолюбивыми, и здесь проблем особо нет. Ясно. Георгий Ростович, вот с тем, что сказал Глеб Александрович, согласны? Ну, знаете, давайте я вот общее свое мнение выражу, сказать. Что касается национальной идеи, да, она должна быть. Нельзя без идеи государства вообще быть. Потому что, ну, это ключевой вопрос, куда общество идет, к чему, какие у него там ценности и так далее. Как-то вот президента Трумэна в Америке спросили, какая национальная идея, дескать, в Америке. Он сказал: «Дело Америки – дело дела». Вот так вот выразился. Интересно довольно. В нашей Конституции, между прочим, эта национальная идея, она присутствует. Там же написано, что смыслом существования и деятельности органов государственной власти является что? Защита прав и свобод человека, которые там расписаны во второй главе, по-моему, да, и они не подлежат вообще изменению и так далее, и так далее. Люди, конечно, трудолюбивые, но их труд должен кто-то организовать. То есть кто-то должен взять эту миссию на себя, власти, они должны взять эту миссию, организовать труд людей для синергетического эффекта такого, чтобы это не сложение было трудовых усилий, а умножение. К сожалению, у нас этого не научились делать пока. Поэтому, в общем-то, у людей взаимных интересов нет. Ну и, соответственно, вот такие вот опросы как бы получаются. Николай Анатольевич, ваша точка зрения по поводу национальной идеи, вот, особенно если относиться к словам Глеба Александровича, что она, по сути, может быть и не нужна России сейчас. Ну, Глеб Александрович не так сказал, что она не нужна. Он подверг, как опытный социолог, ревизии вообще поставленных вопросов и ответов. И здесь я могу согласиться с тем фактом, что трудолюбие, желание помочь ближнему, быть востребованным... То есть душевность, сильно, что Тамара Николаевна и делала акцент. Душевность, духовность... И здесь же есть еще наша военная мощь, которая тоже один из основных слагаемых веры в государство, что веры в свои силы, и что человек, гражданин, защищен. Трудовой народ и во времена горести и радости показывал свою мощь, свою идею трудиться на благо государства и на свое благо. Когда этот труд будет серьезно, реально востребован, и серьезное отношение к этому труду нашего народа будет отношение и органов государственной власти, тогда мы можем сказать, что у нас уже национальная идея сформировалась, и мы уже становимся и стали самым мощным государством в мире. Национальная идея – это патриотизм все-таки. Мы верим, любим свою страну и сердцем, и разумом, и душой. Ясно. Сейчас мы сделаем небольшую паузу в разговоре и обратимся ко второму опросу, который тот же Левада провел. Мы сейчас посмотрим это на экране и вернемся в студию. На вопрос, что вызывает у вас чувство стыда и огорчения, когда вы обращаетесь к российской истории 20-го столетия,
тоже можно было выбрать несколько вариантов ответа. Они распределились следующим образом. Почти две трети респондентов, 61%, огорчены вечной бедностью и неустроенностью, в которой исторически живет великий народ. В первую тройку явлений, за которые россиянам стыдно, вошел и распад СССР. Этого стыдятся 45% респондентов. Опрошенных также смущают грубость нравов, хамство, неуважение людей друг к другу – 37%. Отставание от Запада – 24%. И то, во что в конце концов вылилась перестройка – 24%. Итак, Тамара Николаевна, перед вами тоже есть опрос, его итоги. Как вы видите, как вы его оцениваете? Ну, я сразу как посмотрела и увидела, что самое, чего я стыжусь, что вызывает у меня чувство стыда, огорчения, это разрушение Советского Союза. И не зря на втором месте, и, думаю, большинство нашего населения так считает. Потому что вот хоть Георгий Рустамович говорит, что сегодня прав стало больше. Да я с этим абсолютно не соглашусь. Мы раньше имели право на бесплатное образование, на бесплатное здравоохранение. Мы имели возможность получить работу. Мы имели возможность получить жилье бесплатно. Сегодня этого ничего нету. Но мы говорим, что да, у нас сейчас машина есть. Но все машины люди взяли, залезли в кредиты по уши и сидят, и думают, а вдруг с работы уволят, и кредит не выплачу. Петлю на шею одену и повешусь. То есть сегодня у нас, наоборот, прав стало намного меньше. Обязанности. С нас тоже никто ничего не требует, так жить проще, никто ни на кого не обращает внимания. Государство сегодня, в принципе, для народа не работает. Оно само по себе, люди сами по себе. Советский Союз – это была, я считаю, наверное, вот самая, ну, для меня показательная система, которая делала все, чтобы наша страна была авторитетной. Вы сегодня, наверное, согласитесь со мной. Езжу в такси. Он говорит, я бывший моряк. Раньше ездил, плавал, нас уважали. Там вообще безукоризненно. Сегодня мы кто? Никто. Нас всех прижимают, садят в тюрьму и так далее, осуждают. На мировой арене мы никем стали, абсолютно. А в то время нас уважали во всем мировом сообществе. Во многом другом мы были по многим показателям в развитии промышленности тоже на первых местах рядом с Соединенными Штатами Америки и Японией. Сегодня мы откинуты далеко-далеко назад. Я продукт того времени. Я всегда говорю, благодаря советской власти моей бабушке я стала человеком. Я получила образование, стала работать, являюсь депутатом. Уже по возрасту пора давно отдыхать, но я все востребовано. Спасибо. Вы сейчас, если задают же вопросы молодежи, Глеб Александрович, хотели бы ли вы жить, если... во времена Советского Союза и сейчас, но мало из них, кто, ознакомившись с условиями жизни в СССР, согласны жить там. Действительно, и даже по ответам респондентов... Хотя Советский Союз мне жалко. То есть великая была страна. По ответам респондентов мы видим, что вызывает чувство стыда. Ну, я бы тут разделил на две части. Это исторические какие-то моменты. И вот гонение на церковь, репрессии, террор, тоже понятно, к какому периоду это все относится. И, наверное, разрушение Советского Союза больше с геополитической части жалко, нежели как идеологической. Ну, это вот мое мнение. А на первом месте, и я с этим абсолютно согласен, это уже настоящее. Это уже не история, это вот что сегодня и сейчас. Чему можно стыдиться и почему так происходит? Это... что наш самая богатая страна по всем ресурсам, по всем моментам, а уровень доходов у людей и неустроенности, ну, просто низкий. Поэтому все сравнивают там по уровню ресурсов, там, не знаю, с Эмиратами, Катаром или какими-то другими странами, и мы видим, что с изначальной базой развития науки, развития культуры, многих других моментов сегодня они живут по там, экономическим показателям гораздо лучше. Чего это им стоило, там, той же самостоятельности, да, политических решений или других моментов, это вопрос второй. Но, тем не менее, социальное расслоение и неустроенность и бедность нашего населения – это самая большая проблема, о которой и президент говорит, и Владимир Вольфович Жириновский, и многие другие лидеры. Но решение этой проблемы почему-то она решается очень медленными путями. Придумывают и нацпроекты, придумывают и майские указы, и все. Результаты пока не такой скорый результат, как хотелось бы. Георгий Арстомович, вы бы как ответили на этот опрос, и что бы у вас было на первом месте?
Ну, вы знаете, я жил в СССР, помню СССР прекрасно. Сейчас, конечно, возможностей для выбора своей судьбы больше. Я думаю, много людей этим воспользовалось. Ну, выйдите на улицу, посмотрите, сколько машин ездит, какие там кругом построены дома, там, сколько там всего создано. Ну, очернять действительность как бы не стоит в угоду там того. Тогда тоже были хорошие вещи, да, но... Ну, к сожалению, они не вынесли проверку временем, я так бы сказал. А и почему СССР разрушился? Ведь у нас до сих пор нету содержательного, ну, что ли, обсуждения. А почему, собственно, СССР-то разрушился? Причем народ-то проголосовал за сохранение Советского Союза. За, но когда пошли вот эти центробежные... Парады суверенитетов, так центробежные называемые. Усилия, когда пошли. Дело в том, что собственность СССР ее просто растащили. Ведь все, что было на территории СССР, было собственностью СССР, да? Но потом республики, в том числе и Россия, объявили, что то, что находится на нашей территории, это наше. Ну, так и сделали все другие, понимаете? Там какая-нибудь там Армения, Грузия, Азербайджан. А что им оставалось делать? Потому что СССР вообще-то вкладывал основные деньги в развитие 4 республик. Это никакой не секрет. Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия. А остальные там должны были мандарины выращивать, грубо говоря, да? И когда СССР там объявили, ну, что... Прибалтика еще была. Ну, Прибалтика, это ее не, вообще не признавали, что она часть СССР. Если вы помните, то на Западе не признавали Прибалтику частью СССР. На Западе СССР. В составе Нет. Союза входили. Ну, они. Хорошо, как бы там ни было, там был другой менталитет, все свое там другое. И вот, когда это все произошло, все объявили собственность своей. Почему-то не дали. Был бы, например, там какой-нибудь, ну, условно говоря, Антипинский НПЗ. Дали бы там 10% какой-нибудь Армении, например. Так и СССР бы не развалился. А когда сказали, что это наше, а ваше то, что там, да? Ну, а что оставалось делать? Ведь это не люди решали. Это решали власти этих республик. Ну, судя по тому, как вас это задело, все-таки разрушение СССР... Главных экономических республик. Место. Конечно, я тоже сожалею, что СССР развалился, например, да? Мне тоже жалко, потому что в СССР был хороший потенциал. Но, к сожалению, у нас начали почему-то восхвалять... Все время там времена царизма, вот этого 1913 года, что там все было распрекрасно, жили хорошо, типа СССР всем мешает, поэтому давайте вернемся туда. Ну, вернулись. И что? Оказалось, там тоже счастья нет. То есть основной, это самое стыд и огорчение, вот в моем понимании, да, то, что нас не устраивает ничего. Царизм нас не устраивал, свергли. Советы нас не устраивали, свергли. Капиталисты нас не устраивают. Ну, сегодняшний день, допустим, тоже уже дело как бы к обострению такому идет. Ну, вот что осталось, я не знаю, осталось ли вообще что-нибудь нам надо. Или мы, как в сказке из Пушкина, там, знаете, хочу быть владычицей морской, и в итоге окажемся с этим, корыто там было сломанное. Разбитое корыто. Николай Анатольевич, да. Вы бы как ответили? Огорчение вызывает персонально у меня, понятно, это разрушение Союза Советских Социалистических Республик, СССР, вот, великая страна, великий народ, и здесь правильно было отмечено, заработная плата стабильна, аванс, получка там и так далее. Уверенность была в завтрашнем дне, обращаясь к теме, вот, нынешнее студенчество, 15 тысяч выпускников. Есть уверенность у каждого, кто пойдет? Тема распределения была, работа, практика и так далее. Сейчас 90% вузов России, это ребята, вот вы выучились, молодцы, даже за бюджетные места. Вот все, а дальше вот сами ищите работу. Вызывает еще чувство огорчения. Почему не услышали тогда великого человека, маршала Победы Жукова, который предложил на танках пройти до Ла-Манша и дальше. Совсем бы другая была геополитика, и мощь и сила у Советского Союза тогда была, и мы всему миру диктовали условия. Была в Америке ядерная бомба уже к тому времени, когда он это предложил.
Ну что ж, обсудили мы эту проблему. Надеемся, что мир и согласие в наших душах и сердцах воцарится. И в конце концов именно это и станет наша национальная идея. Я благодарю вас за участие в программе. Всего вам доброго, успехов в вашей деятельности. И до новых встреч в нашей студии через месяц. Россия – страна большая и на протяжении последних веков всегда притягивала к себе внимание. Свое место в мире нам всегда хотелось обозначить по-особому. И нынешние времена – не исключение. И это все, о чем мы вам сегодня хотели рассказать. Всего доброго. И не забывайте смотреть объективно. На все.